Всем привет, друзья, это Дарина, я хочу сегодня поделиться с вами, где я нахожусь. Я в Америке, в штате Техас, в огромном городе Хьюстон, нахожусь сейчас в студии, которая называется Viral Studios. Сюда меня пригласили американские продюсеры. Билли Дорси написал песню о Слове Божьем. И у него родилась такая идея перевести эту песню на многие языки мира. Они захотели, чтобы эту песню перевели все известные христианские певцы, которые есть из Франции, из Германии, Италии, Израиля, из Японии. Меня пригласили сюда, как человека, который может сделать перевод на русский язык. На этой студии записывалось очень-очень много звезд, известных мне, но сегодня мы записываем на ней христианскую песню. Это песня о Библии, которая так и называется «Слово Божье». Сегодня сюда приехало много певцов из разных стран мира, из Франции, из Германии, из Италии. My name is Sephora Nelson and I'm from Germany. Hello, my name is Lydia Genta and I come from Italy. My name is Darina Kochandri. I'm Ukrainian and Russian Christian singer and songwriter. My name is Thierry Ostrini. I live in France. Я немножко хочу показать эту студию. Вы видите, какое количество известных во всем мире исполнителей записывалось на этой студии. Я сама очень удивлена. Я благодарна Богу, что у меня есть возможность быть сегодня здесь. Здесь сегодня у нас так называемая евангелизация. Мы сегодня записываем христианскую песню на такой студии. Там ребята сидят американцы, и два человека там, один русский, а один украинец. Звук в этой студии просто нереальный, очень классный. В общем, сегодня в этой студии мы будем записывать русскую версию этой песни. Небо и земля пройдут, но слова твои живут. Свободен я, свободен я. Bible Societies invited me to be part of this exciting project. Billy Dorsey wrote an incredible song, and I was supposed to do the translation of this song to Russian language. I happily agreed because I think that it's very important at this time to draw people's attention to God's Word, the Bible, as this is not just a book, but really the living Word of God that could change their thinking and the hearts of people. Я очень-очень рада, что у меня есть возможность сегодня быть здесь и быть частью этого проекта, потому что я искренне верю, что такие песни нужны, особенно в последнее время, когда люди слушают какую угодно музыку, которая не представляет Бога, но Бог дает возможность певцам христианским приехать и записать на таком уровне песню, которая будет действительно важна. Словом лишь ты разорвал оковы. Словом лишь ты искупил меня. Песня «Слово Божье», там практически все слова взяты из Библии. Это очень удивительная песня. Когда будет готова, я обязательно с вами поделюсь, что будет дальше, следите.